Всем мое почтение, и вот в ночь с 7 на 8 декабря 2021 года над Сочи пролетел метеорит. Как утверждается, что, скорее всего, он не долетел до поверхности Земли и сгорел в атмосфере. Но все-таки интересно, что бы это значило? Какой это знак? Особенно в свете того, что фактически часов 6-7 перед этим были переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. Может быть, это знак чего-то негативного или наоборот позитивного? Вот как вы считаете? Я лично считаю, что это знак для России в свете того, что звезда России постепенно угасает, и Владимир Путин постепенно будет уходить в небытие. И его все вот эти попытки возродиться как лидера мирового будут угасать, как этот метеорит, который, скорее всего, не долетел до планеты Земля. Всем хорошего времени суток. Будем надеяться, что это именно так. А может быть, это еще какой-то плохой знак. Вот что вы думаете по этому вопросу? Напишите в комментарии.